Всем большой привет, друзья! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня с вами вместе пойдем в магазин низких цен «Светофор». Мы с вами не были давно по этому адресу. Это город Курск, деревня 1 Маква. Здесь всегда хороший ассортимент и по новинкам, и вообще по наличию товаров. Поэтому покажу все, что есть, и вам всем желаю приятного просмотра. Сразу при входе у нас здесь, как обычно, уголочек с мебелью. Смотрите, по наличию как много всего. Давайте покажу поподробнее. Офисный стул 1232, нагрузка 100 кг. Так, далее у нас стол вот такой вот складной, 829 рублей. Покажу вам поближе, если интересуют размеры. Вот здесь вот можете почитать. Далее стул Softline с высокой спинкой из эко-кожи, 1050 рублей. Симпатичный такой он, в сером цвете. А вот этот стульчик складной. Цен на нем я не вижу, но тоже смотрится неплохо. Складывается очень компактно, если не нужен. Многофункциональный стеллаж. Стеллаж-сушилка. 1482 рубля. Также здесь вот есть размер. До 40 кг он выдерживает. На колесиках тоже очень удобно. Столик журнальный 999 рублей. Высота 43 сантиметра. На металлокаркасе. Комод. 4 ящика, 3192 рубля. Так, также вам покажу, он сделан из ЛДСП. Вот здесь вот можете посмотреть, какие размеры. Далее банкетка, 1055 рублей. С мягким сиденьем, ящиком поднимается. Можно разную мелочь здесь хранить. Тоже две полочки, очень удобная, компактная, небольшая. Кресло-мешок, 1196 рублей. Размер, вес 2 килограмма, это самого кресла, мешок, груша, зеленый цвет, вообще они разные цвета. Так, и вот здесь вот у нас полочка для обуви, трехъярусная, 595 рублей. Тоже вам видно, думаю, она металлическая, не тяжелая, но обувь выдержит точно, размеры перед вами. Производитель, кстати, всего этого Россия. И кухонный стол, тоже на металлокаркасе, ЛДСП, 1690 рублей. Симпатичные ножки такие хромированные у него. Цвет столешницы очень приятный, обработка хорошо. И вот мы перед вами размер. Друзья мои, а теперь хочу вам показать свою новую электрическую умную зубную щетку от Xiaomi Nedme NX7000. Давайте я покажу вам всю комплектацию, которая идет именно в этом наборе. Здесь сама зубная щетка в белом цвете, корпус очень красивый. Далее у нас шнур зарядный, инструкция. Здесь есть информация на русском языке, это очень удобно, можно почитать, и здесь вообще все элементарно написано, приятно. И, конечно, 12 насадок. Щетка у меня представлена в белом цвете, очень красивый матовый корпус, посмотрите. Щетка водонепроницаемая. Здесь есть зарядное гнездо, которое, посмотрите, как хорошо защищено. Давайте откроем вместе, покажу вам наглядно. Ну, то есть здесь прямо все очень хорошо. Так, и хочется сказать, что у этой щетки целых 5 режимов. Первый режим — это для чувствительных зубов. Вот включаем на кнопочку, и вот любой режим вы выбираете. Второй режим — это у нас обычная чистка. Третий — это отбеливание. Четвертый — полировка. И пятый — массаж десен. Также уход за деснами. И еще хочется сказать, что у каждого из этих 5 режимов можно регулировать мощность. Мощность у нас вот этой кнопочкой регулируется, то есть все элементарно просто. По сути, здесь всего лишь 2 кнопки. Также хочется сказать, чем эта щетка отличается от других электрических зубных щеток. В ней заряда хватает на целых 365 дней. Другие щетки нужно заряжать примерно раз в 60 дней. И еще хочется сказать, что время заряда зубной щетки от 7 до 12 часов. Очень хорошо здесь запечатана каждая насадка. Давайте сейчас покажу вам. Мне нравится, что также очень легко меняются эти насадочки. Приятная такая сама насадка для зубов. И вот таким вот образом снимаем колпачок и аккуратненько вставляем. Скажу честно, что нет никакого дискомфорта от нее. Она прямо чувствует ваши зубки.
Хочется сказать, что это замечательный подарок как себе, так и своим родным, близким людям. Просто, конечно, супер вещь. После такой щетки возвращаться к обычным щеткам вам точно не захочется. Это я вам гарантирую. Щетинки очень приятные, очень хорошо они вычищают. Ссылочку на данную зубную щетку я вам оставлю в описании под этим видео. Проходите, смотрите, заказывайте. И еще хочется сказать, что ссылка будет на AliExpress. И если вы введете мой промокод, который я вам оставлю, то вам еще будет приятная скидка. Поэтому я вам желаю только удачных покупок, но это точно будет одна из них. Так, я сразу по новиночкам обратила внимание на новый стиральный порошок в продаже Salt. Супер эконом, 9-килограммовая упаковка. Стоит 507 рублей. Первый раз мы с вами такой видим. Может быть, в вашем городе появился он пораньше, и вы уже пробовали. Буду признательна не только я, вашему отзыву в комментариях. Ну а по стирке еще есть вот такие вот капсулы. Сразу предупреждаю, что многие пишут, что они очень плохо растворяются в стиральной машине, то есть ее приходится надрезать. Поэтому учитывайте это, пожалуйста. Здесь хватает их на 52 стирки для разных видов тканей. Написано все, конечно, очень хорошо. Стоит такая упаковка 594 рубля. Так, и еще я хотела вам показать, что есть Bimbo стиральный порошок детский. За 209 рублей 4-килограммовая упаковка. И вот такой вот Тайм, тоже детский. Пушистое облако, тоже 4-килограммовая упаковка, но он подороже, 303 рубля. В наличии теплая обувь, тоже учитывайте это, пожалуйста. Сапоги зимние, меховые, 877 рублей. Меховые они, конечно, внутри. А сверху очень хорошая такая плащевая ткань, в общем, промокать они точно не будут. Это мужские сапожки, сразу видно, что размеры. Также есть детские и женские тоже. Женские стоят 585 рублей и детские 561 рубль. Детские симпатичные, разные. С молнией впереди, чтобы деткам было поудобней. Рисуночки разноцветные, а вот здесь вот у нас уже женские сапожки. В общем, здесь прям полный размерный ряд, я смотрю, такой. Поэтому, если не успели где-то купить, то здесь они есть. Давно мы с вами не видели в продаже лак для волос. Вот такой вот классик романтика. 78 рублей, 300 миллилитров. Прям очень бюджетно. Здесь он есть в продаже. Так, вот здесь вот еще одна новинка. Жидкое хозяйственное мыло. 166 рублей, 5-литровая канистра. Жиденькое такое. Так чисто. Торговая марка. Ну, больше ничего не указано. По цвету вроде как соответствует, да, названию хозяйственное мыло. Еще заметила, что здесь продают эмалированные чайники. Мы с вами встречали только с лавандой, с листиками лаванды и вот такими вот красивыми клубничками. А здесь есть еще с вишенкой. Решила вам тоже показать. С двух сторон рисунок. Они без свистка, данные чайники. Стоят очень бюджетно. Производитель Россия. 702 рубля на 3,5 литра. В принципе, эмаль неплохого качества. Достаточно хорошая. Еще заметила новинку для автомобиля. Это антифриз Камчатка. Вот здесь вот поближе название. Прежде чем покупать, я вам советую почитать в интернете отзывы, потому что... чтобы, знаете, не повредить ничего в своем автомобиле. Это такое дело. Стоит здесь 5-литровая канистра, 268 рублей. Зима не за горами. Вот здесь вот нашла еще щетку для автомобиля. Она сразу идет в наборе со скребком, такая два в одном. Причем очень приятная. Комфортно будет для руки. Вот здесь вот у нас. И получается по стоимости 167 рублей. Были они в разных цветах. Сейчас вижу, что в этом году завезли вот в черно-синем таком. По качеству хорошая. И мне еще нравится, что она достаточно длинная такая. Скребок такой, знаете, массивный. В общем, пластик твердый. Привезли сюда подушки. Размер 70 на 70. Но она такая жиденькая. Наполнитель указан лебяжий пух. Искусственный. Страна производителя Россия. Стоит она 218 рублей. А рядышком лежит одеяло. Но оно, видите, в таком вот пакете
То есть, если откроем этот пакетик, то оно, конечно, распушится. Полутораспальное это одеяло. Сделано также в России. И сколько оно стоит? 455 рублей. Здесь еще висит ценник на двуспальное. Возможно, они тоже есть, потому что одеял прям много. Давно нам с вами не встречалось постельное белье из 100% хлопка. Смотрите, хороший здесь ассортимент. Есть оно в продаже. И главное, что двуспальный комплект стоит всего 1637 рублей. Производитель Россия Иваново. Вот 100% хлопок, поплин указано. По расцветкам они в ассортименте. Можно выбрать что-то свое. Красивые какие звезды. Рядышком еще хочу вам показать скатерть. Тоже они встречаются редко, но их очень любят. Знаю, что они действительно служат долго. Скатерть термостойкая на нетканной основе для многократного использования. 110 на 140 сантиметров, стоит 134 рубля. Что касается расцветки, она тоже в ассортименте. Также давно нам с вами не встречались вот такие вот ананасы. 91 рубль они стоят в сиропе кусочками. И производитель Вьетнам. Лапша быстрого приготовления. Это Big Lunch со вкусом курицы. В удобной упаковке. И здесь, кстати, вилка сразу идет внутри. Заливается кипяточком все это дело. 95 грамм, 38 рублей. Еще заметила, что здесь есть сухое картофельное пюре со вкусом курицы, говядины по 79 рублей, 240 грамм. И еще есть по 66 рублей с молоком и с жареным луком. Какая симпатичная здесь у нас мойва. Такая вся блестящая, но правда мелкая. По 133 рубля сейчас она здесь в продаже. Новинка в сладостях. Давайте смотреть вместе, что это такое. Драже арахис в темной глазури. Упаковка интересная. Треугольничком каждая конфетка сделана. 157 рублей за 500 грамм. Давно нам с вами не встречались. Также весы кухонные электронные. Я хочу вам посоветовать их от себя. Мне они уже где-то побольше года служат каждый день. И все с ними прекрасно. Я прям очень довольна этой покупкой, хотя долго думала, здесь купить или где-то подороже, потому что стоит 242 рубля. Нагрузку выдерживают до 7 килограмм, цена деления до грамма, то есть это очень удобно. Плюс еще очень удобно, что здесь есть такая чаша на них, знаете, за счет того, что они не стеклянные. В общем, рекомендую точно. И симпатично смотрятся они в таком белом свете. И еще не во всех магазинах нашего города, я имею в виду, конечно, сеть Светофор, есть вот такие вот настольные светильники. Тоже смотрятся симпатично, стильно. Два цвета, белый и черный. Срок службы светодиодов 30 тысяч часов. Сенсорное включение у данной лампы. Световой поток 400 люменов. И мощность светильника 6 Вт. То есть белый такой свет. Стоит здесь он 830 рублей. Ну, это намного, конечно, дешевле, если смотреть какой-то профессиональный магазин. Причем работает на светодиодах. И еще недавно появились вот такие вот настольные светильники. Я даже не помню, мы видели их с вами или нет. Они, видите, вот так вот на стол, как прищепочкой, крепятся. Срок службы светодиодов 30 тысяч часов. Также сенсорное включение. Световой поток 350 люменов. Ну, в общем, встроенный аккумулятор здесь. Ну, вот здесь нарисован только в черном цвете. Не знаю, есть ли он в белом. И интересно, сколько он стоит. Что-то я такое не помню, видели мы с вами или нет. Так, так, так. Так, не пойму, сколько он по цене. Ну, а здесь уже новинка к Новому году. Какие красивые наборы. Посмотрите, какой олень. Здесь получаются шарики, сердечки, шишки. Набор елочных игрушек ассорти из 12 штук стоит 200 рублей. По цветовой палитре они тоже отличаются. Есть вот в таком золотом цвете, в красивом синем. Достойный набор за эти деньги, я вам хочу сказать. Не просто какие-то, знаете, кругленькие шарики. Вот такой красивый коричневый. Они, видите, как красиво украшены. И еще плюс, что на них уже есть ниточки. Также еще есть красный цвет.
И еще мы с вами не видели вот такую электрогирлянду. Это нить электрогирлянда. Жалко, здесь не нарисовано, как она будет выглядеть. Ну, просто, наверное, которая ниточка, да, на елочку крепится. 153 рубля стоит. И здесь 8 режимов и разноцветные лампочки по цвету. Ну, вот такие я вам уже показывала. Это у нас сияние плюс вьюга. Напомню, что стоят они 242 рубля 354. В принципе, не особо отличаются. Но отличаются, конечно. А здесь вот на рисуночке можно посмотреть. Так, и что здесь еще у нас к Новому году есть? Здесь у нас гирлянда светодиодная, штора, калейдоскоп. Так, по цене 416 рублей. У меня, кстати, есть такие звезды. Я покупала в том году их. Вы смотрите, что я здесь обнаружила. Здесь у нас распродажа единичных остатков. Продаются по хорошей цене, точнее вообще даром, 100 рублей. Крышки, которые мы с вами так полюбили. Вы только посмотрите, они в идеальном состоянии, все новое, все запечатанное, с ручкой. Еще и цвет можно выбрать. Напомню, что данная крышка, она подходит сразу на три диаметра. Это 22, 24, 26 сантиметров. И она сделана в Китае, но могу сказать, что уже опробована многими. Очень хороший товар. И, конечно, это просто даром. Сейчас в цвете остались они красные. Одна осталась салатовая и черная. Наверное, нужно купить. Мне тоже себе такую. Лишней точно не будет, тем более за такие деньги. В общем, я думаю, что их разберут после этого ролика быстренько, потому что они того заслуживают. Зашла в холодильник. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Вижу, что крупная скумбрия неразделанная по 138 рублей. И рядом камбала, тоже крупная, всего лишь по 109 рублей. Одну рыбку и другую я покупала. Вообще вполне достойный вариант, тем более бюджетно стоит. Из мяса свинина на кости, конечно, присутствует. По 200 рублей за килограмм. Еще новинку встретила. Набор для бургера. 138 рублей. Здесь у нас плавленый сыр. Плюс плавленый сыр. В общем, две упаковочки плавленного сыра, сыра Богатов. 300 грамм без заменителя молочного жира. Все, друзья мои, остальное, в принципе, все, что и было. Хотя вот тут вот у нас еще вот такой вот тильзитер сыр. Полутвердый, фасованный. Фасованный не видели мы с вами. По 406 рублей, 45% без заменителя молочного жира. Так, и рядышком еще есть фасованный сметанковый, тоже полутвердый, 400 грамм, 280 рублей, 50% он. Ну а на сегодня свой обзор я буду заканчивать. Вам большое спасибо за внимание, буду очень благодарна вашим лайкам и комментариям. И до новых встреч, всем пока!